принимает сегодня гостей Зуфы, Артем Зайцев, 22-й, также в этой четверке, под 15-м номером Сабина. Сейчас Зайцев теряет мяч на ровном месте, и это гол! Разобрался хладнокровно Станислав Арсланов, и спустя 9 минут и 3 секунды после стартового свистка Алга открывает счет. Посмотрим еще за 1-2-3, вот сейчас Полумарчук, вот головой бьет. Такой же Томин. Ну, один с Волошин поспешил, конечно же. Идеальное исполнение Гавана. Силен здесь Ярослав Клевер, и Алга ведет 2-0 уже. А нет, должен дать атаковать. И пробьет, и забьет! Вот это новость, друзья! Искандер Акмадеев. Да. Разочаровали болельщиков, а как же сейчас Поковыров выбирает гол! Штанга, гол! Дубль к левому Ковырова, на этот раз с правой ноги. 7-6, Бестомин. Ошибается Назара, и Замутинов 4-2. Одерживает победу на мини-футбольном клубе ЛКС. Увидимся на мини-футболе, друзья.